года. Я! Штайна! Я! По суете. Прощаться. Это тебе. Братцы! Границы на замке и ключ в кармане! Вещи на стол! Быстрее! Сумки сюда! Пиво, водку, самогон на стол! Девчонка твоя? А что можно? Успел как насадить напоследок. Что, не дала? Спокойно встали там! Да ладно, не переживай, все нормально будет. Не бзди. Есть же нормальные пацаны, а приходят у него вот так вот. Это что? Краски. Ты что там собрался рисовать, воин? Колесо от танка? Ты бы еще мольберт с собой припер, художник. Джоконда. Следующий! А ты что, думал, ждать будет? Ты там без моей катаешь, сопли бумаги возишь. А я тут два ствола, хвосты в гриву. Чего ты ко мне пристал? Что я тебе сделал? А голосок прорезался. Че, можешь морду дашь? Морду дашь? Давай! Давай, сука! Спокойно, сынок. Я из тебя солдата сделаю. Первую заповедь армейского устава знаешь? Боец должен стойко переносить все тяготы и лишения армейской жизни. Слушай, а ты чё в костюме-то, а? Чё, на службу как на праздник? Другого нет. А давай махнемся, а? Я тебе свое отдам. Еще и сигаретами добью. Тебе-то уже все равно, а? А мне в город ходить, дискотеки, девчонки, ну сам понимаешь, да? Да, ништяк устроился. Не то слово. Служба, сладкий сон, просыпаться не хочется. Ну чё, договорились? Конечно, договорились. Вот ты молодец. Простынку сними. Конечно. Сладкий сон, говоришь? Ну да. Ты что творишь? Стоять, фрейрам! Стоять, я сказал! Спокойно, сынок! Спокойно! Кто там в уставе протягивает и решение? Помни! Да! Дальше сам дострижешь. Ребята, это шестая команда. Тебя-то куда понесло? Рэмбо, блин. Вали отсюда. Ну успокойся, чугун. Чего? Ничего. Как зовут? Володя Воробьев. Лютаев Олег. Лютый, короче. Это Руслан. Володя. Джоконда. Джоконда. Стас Серый. Здорово. Володя. Ряба. Чугун. Пока все. Подвинься, земля. Садись, воробей. Ну что дальше, ряба? Ну короче, просыпаюсь утром, башка гудит. Пальцами глаза-то разлепил. И так смотрю снизу, от подушечки. Что за дом? Как попал, хреново знает. А рядом девка сидит, улыбится. Голая.
А надо мной папашка ее стоит, как над гробом. Ну, говорит парень, ты влип. Дочке 18 нет, так что выбирай. Или в ЗАГС, или в ментовку. И эта зараза одеяло на сиськи натянула, глазки опустила, будто ни при чем. А страшная, как бульдог. Но я говорю, нет, батенька, я лучше под танк лягу, чем на нее. Ну и руки в ноги и вперед. Кто быстрее, или я сюда, или он в ментовку. А я женился вчера. Все сразу, свадьба и проводы. Че, ну поздравляю. 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 Красавчик. Ну, говорит, теперь я твоя, давай, говорит, теперь жена, теперь положено. Думает, что я совсем дурной. А я ворота отворю, гуляй 2 года. Всю ночь ревела. Как же, говорит, жена и нетронутая. А я говорю, приду, проверю, не дай бог, увижу, убью, сука. Так и оставила. Вон он, вот он, вот костюмчики. Святуля, ты в кого девчонкой тычешь, а? Только отдыхайте. Я тебя сейчас сам наголо обрею. Ты же афганская команда, придурок. Пиночет. Как? Пиночет. А почему Пиночет? Ну, я не знаю. Почему не Пиночет? Пиночет. Наш, что ли, идет? Ну и рожа. Откуда клоуны? Из Сибири, товарищ командир. Меня зовут старший прапорщик Дегала. Как? У кого-то со слухом плохо. Ну, командир, встали все! Бегом встали! Построились быстро! Головной убор надень в строю! Рысь! Смирно!
Я думаю, слепых здесь нет. Вон та гора наша, следующая за ней Афган. И чтобы те из вас, кто попадет туда, не сдохли в первый же день, я буду драть вас 3 месяца подряд, не вынимая, 24 часа в сутки, начиная с этой минуты. Вопросы есть? Вопросов нет. Напряг. За мной в расположение части. Бегом! При команде бегом руки сгибаются в локтях. Марш! Рядовой Чугайнов. Ремень для того, чтобы яйца держать, воин. Фамилия. Рядовой Бекбулатов. Фамилия. Рядовой Стасенко. Рядовой Петровский. Это ты, что ли, художник? Так точно, товарищ старший прапорщик. Ну что ж сюда поперся, сынок? Сидел бы на гражданке. Совал бы голых баб для цветочки в горшочке. Видите ли, товарищ старший прапорщик, если верить доктору Фрейду, любое художественное творчество – это сублимация подсознательных инстинктов человека, в том числе инстинкта насилия. Впрочем, вы можете с этим не согласиться, так как советская наука не признает буржуазного учения доктора Фрейда. Умный. Виноват, товарищ старший прапорщик. Исправлюсь. С вашей помощью. Правило номер раз. Десантник всегда готов к внезапному нападению. Молодец. Фамилия? Рядовой Лютаев! Правило номер два. У меня прапорщика, только старший прапорщик. Забудьте, кем вы были и что вы знали на гражданке. Запомните, клоуны. Здесь вы не плохие, не хорошие. Не умные, не глупые. Не художники. И вообще никто. Вы здесь даже не люди. Вы здесь говно. А людей из вас буду делать я. Вот этими самыми руками. Ясно? Так точно! Я не слышу! Так точно! Громче! Так точно! Все МРД под завязку. Товарищ прапорщик, а первое отделение налегке бегает. Девочки свои налегке в кусты гулять будете. А здесь чем больше боезапасов взял, тем больше шансов живым вернуться. Задача. Выбить противника, занять высоту, закрепиться, доложите готовность. Товарищ старший прапорщик, второе отделение к выполнению поставленной задачи готово. Стоись! Бегом! Марш! Трупы. Ты! Груз 200 в черном тюльпане. Кусок говна в цинковой обертке. Колонна, которая пойдет здесь, напорится на засаду. А ты знаешь, что такое один пулеметчик здесь на высоте? А? Знаете? На подъем! Они каски мертвым отдых не нужен. Бегом вниз! Я сказал, бегом! Бегом! Скорее бы в Афган, что ли. Воробей. Чего тебе? Отнеси мой хер, поссать сил нет. Куда ему?
надорвется. Гляди. Белоснежка! Эй! Ходи сюда! Белоснежка! Иди сюда! Сюда иди! Иди к нам, не бойся! Сюда уйди! Зараза! Теперь до утра стоять будет. А кто это? Ты что, с луны, что ли, свалился? Это Белоснежка, санитаркина дочка. Через нее все призывы прошли. Полафгана трахала. Баба, говорят, чума. Не ты ее трахаешь, а она тебя. Ну, болезнь есть такая, как она. Отвали, ученый. Ряд, ты с ней договориться сможешь? А что договориться? Безотказная, как автомат Калашникова. Бери и веди. Только ее через два караула протащить надо. Да не, пацаны, пустой базар. Тот призыв они перед самым отлетом, там же все равно дальше афган не пошлю. А нам еще 3 месяца тут корячиться. Залетим кранты. Слушай, Лютый, а ты пошел бы после 40 человек с таким обмылком? Ты нет. А я нет. С помойки жрать лучше с голоду сдохну. Да? А я жрал. А я жрал. А ты хоть раз подыхал с голодухи так, что ты заснуть не можешь? Чё ты пасть разеваешь? Нам на ужин 3 ложки столярного клея кинут, мы потом по городу ходим шаримся. Смотрим, как ты, падла, свою тёлку в кабаке за стеклом гуляешь, чтоб с тарелки схватить, что осталось. Понял меня? И бабы у меня только такие были, и других не будет, урод. Ребят, ну не надо. А ты заткнись, пернатый, бабу понюхай сначала, потом голос подашь. Тихо. Чего тихо? Ты не трогай моих, не лезь к моим, понял? Я к твоим лезть не буду. Из помойки жрать, она может лучше, чем все твои цыпы на цирлах. Сука, еще слово вякнешь, будешь всем жрать, понял меня? Кто такой советский десантник? Советский десантник – это сила, красавица и гордость вооруженных сил! Кто такой советский десантник? Советский десантник – это образец и зависть для всех людей и нации! А кто такие вы? Мы – позор учебного полка и вас лично! Послушайте. Послушайте, он же идиот. Все ничего. Я только одного не могу понять. Почему первое отделение всегда впереди идет? Далеке, да еще час курит, пока мы корячимся. Конечно, делать нечего, нас скинуть. Хоть бы раз менялись, раз мы, раз они. Да потому что их прапор нормальный. А у нас догола. Одно слово. Идиот. Выслуживается, сука. Да не, контужен его во всю голову. У них в Афгане весь вот положили, он один остался. Его сюда и перевели. А он все письма министру строчит. Обратно просит. Кому там нафиг нужен с больной головой? Вот и бесится. Короче, попали мы. Армадежа 4300! Почему двигается как беременный, я не понял! 10! Почему там задержка? Солдаты, а беременные тараканы! 15! Что, девочки, тяжело? Юбочки мешают! Что за очередь? Родобой! Родобой, отбор! Помогаем дистрофикам! Рудоподъем! Второй взвод, подъем! Что делать, будем воин? Наверное,
15! Бегом! Градотбой! Ниже, ниже! Задницу ниже! Градоподъем! Ниже голову! Ниже! 10! Только поднятая голова в подарок для снайпера, батюшка похоронку читает! Быстрее, я сказал! Быстрее! 15! Градобой! Залет, воин. После отбоя ко мне. Слышь, Раби, я тебя что, каждый раз так на горбу таскаю? Своего дерьма столько мало. Ну убей меня теперь, давай, убей меня! Отвали ты! Не могу так больше. Не могу так. Ну не можешь, и катись отсюда. Зад построение, выйди да скажи. Да выйду! Что, презираете меня, да? А мне плевать, плевал я на вас всех! А там Оля ждет, не дождется. Вот так, вот так. Я тоже завтра выхожу, пацаны. Мать письмо прислала. Давно уже. Болеет она. Если убьют, так у нее же кроме меня вообще никого. Я бы один не вышел, как последнее чмо. Ну чё, пацаны, никто больше, а? Мужики с того призыва говорили. В Афгане неделю на боевых по горам шаришься, две на базе кайфуешь, а тут сдыгало, до войны не доживешь. Раньше сдохнешь. Ну так что, рядом? Воробей, ну что, договорились? Только вместе выходим, да? Равняйсь! Видно! Равнение на!
товарищ полковник. Личный состав полка по вашему приказанию построен. Здравствуйте, товарищи десантники. Каждый из вас сам добровольно принял решение служить в Афганистане. Должен задать вопрос. Нет ли среди вас тех, кто передумал? Я не буду спрашивать о причинах, просто вы продолжите службу в других частях на территории страны. Кто не хочет лететь в Афганистан? Благодарю за службу! Служу Советскому Союзу! Дальше работаем! Резко работаем! Это не девочка, а железный автомат! Жестче! Убей! Убей его! Убей! Не страшно! Не боюсь! Убей! У тебя будет всего лишь один удар, чтоб твою жопу спасти! Ребра ломай! Кишки наматывай! Дай сюда, сынок! Вот так надо! Да! Да! Убей! Сюда, воин! Взял! Убей его! Убей! Как Воробьев! Я! Ко мне! Есть! Тосенко! Ко мне! Сняли, положили оружие! Сняли РД! Быстро! Воины! Забрали все отсюда. Ударил его по лицу. Марш ему! Ты на войну едешь, сынок! Давай! Ты бабу свою так на гражданке гладить будешь. Ударь его по роже. А ну-ка, полный контакт! Оба! Быстро! Начали! Первый бей, Воробьё! Давай, Воробьё! По лицу бей! Не страшно. Первый бей, первый. Подъем, подъем. Давай. А ну-ка подняться, воин. Давай. Воробей, ударь его. Давай, воробей. По лицу бей. Убей его. Еще, воробей, до конца. Поднимайся, поднимайся. Давай, воробей. Давай быстрее. Подъем. Подъем, воин. Давай же. Подъем. Давай, давай. Подъем. Давай, ударь его! Ударь! Ты пошел! Чё? Давай, давай! Давай, так, давай не цель! Парниша, не цель! Качай его, Стас! Да! Подъем, воин! Добивать надо, когда упал! Только мертвые в спину не стреляют! Понял? С виду, как будто пластилин. Ну-ка, помяли все. Помяли, пощупали, потрогали. О, легко мнется. Принимает любую форму. Вроде бы безобидная детская игрушка. У каждого дома такая была. Каждый лепил белочек, зайчиков. А между тем сейчас у вас в руках мощное, эффективное оружие. Пластическое взрывчатое вещество. Проще пластид. У
У него, конечно, есть своя химическая формула, но, по-моему, ее знать не обязательно. Пластид. Вещь незаменимая. И поэтому она входит в набор вооружения каждого десантника. Возникает вопрос. Почему? Во-первых, в незаряженном состоянии он абсолютно безопасен, удобен в хранении, всегда под рукой. Как говорится, карман не тянет. Но в боевом применении он исключительно эффективен и обладает огромной разрушительной силой. Однако в работе с ним требуется определенный навык. А именно, воин. Есть два простых солдатских правила. Первое. Чем крепче сомнешь, тем сильнее рванет. Правило второе. Не лепи, куда попало. Однако сама по себе эта штука не сработает. Для того, чтобы произвести взрыв, нужно что? Детонатор. Правильно. Нужно ставить детонатор. Воин, фамилия? Рядовой Петровский. Это залет, воин. Вынужден буду доложить вашему командиру. Да. Товарищ старший прапорщик, рядовой Петровский. Проходи. Хорошо слепил. Жизненно. Красками умеешь? Я вообще-то на живопись учился. Портрет. Большой. Могу. Я это вот, девчонка пишет. До войны познакомились. Фотографию просит. Я какую-то такую, что ли, пошлю? Можешь так, чтобы, ну, без этого, красиво? Конечно, только... Краска мне не так быстро, за один раз не выйдет. Я, конечно, потом к ней не поеду. А так хоть пусть пока пишет. Пошел! Трактористы. Смотрите.
обоссался! Вам-то смех, а у меня койка под воробьем. Ну чё, птица, мне теперь с зонтом, что ли, спать, а? Я не понял, воин, ты что-нибудь видел, а? Никак нет, товарищ старший прапорщик. А ты? Казалось, товарищ старший прапорщик. А ну-ка расскажите мне, я тоже вместе с вами поржать хочу. Можешь сопли на кулак мотать, можешь маму звать, штаны ссать. А поставленную задачу должен выполнить. Умри, но сделай. Он сделал. Кругом. Шагом. Марш! Минимум знаний, необходимых для общения с местным населением. Вы почерпнете вот из этой памятки. Но главное, что вы должны помнить, когда пересечете границу, это то, что вы находитесь в исламском государстве. Ислам – это не просто другая религия. Это другой мир со своими законами. Это другое отношение к жизни и к смерти. Правоверный мусульманин не боится умереть в бою. И тот, кто погибнет, сражаясь с неверными, то есть с нами, немедленно окажется в раю, где его уже ждет все то, чего ему не хватало в этой жизни. Вода, плоды садов и пышногрудые девы. Гури. Отношение к женщине в исламе – это отдельный разговор. Главная святыня для мусульманина – это его дом, харам. Именно отсюда произошло слово «гарем». Второе значение этого же слова – нельзя, запрещено. Смотреть на мусульманских женщин – харам. Все, что касается половых отношений – харам. Харам показывать мусульманину непристойные жесты, к которым вы так все привыкли. За это можно получить пулю даже от мирного жителя. С другой стороны, мусульманин никогда не осквернит свой дом кровью. С того момента, как вы находитесь в кишлаке, вы гость. Убить гостя, даже если он неверный, харам. Поэтому запомните. До того момента, как вы в кишлаке, вы в безопасности. Но после того, как вы пересекли границу кишлака, тот самый хозяин, который поил вас 5 минут назад чаем, может выстрелить вам в спину. Потому что убить неверного – это подвиг. Это ступенька в рай. Я рассказываю это для вас. Солдат. Итак, Афганистан – это многонациональное государство. Здесь проживает более 20 народностей – таджики, туркмены, узбеки. Вдоль границы с Пакистаном – пуштуны, на западе – хазарейцы, монголоиды, осевшие здесь, видимо, со времен монгольского нашествия. Собственно говоря, слово «хазар» в тюркских языках обозначает «тысяча». А вам неинтересно, солдат? Товарищ капитан, они все равно кого мочить? За всю историю. Никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Никто и никогда. Вот! Встать! Что мы делаем в Афганистане?
Спуск, Георгиевич. Кучно, но вверху. Дыши ровнее. Сойдет. Раньше стрелял? Никак нет, товарищ старший прапорщик. Профессиональное. Глазомер развит. СВД сюда! Есть. Отдай. Рядовой Воробьев! Я! Без оружия ко мне! Есть! Держи. Укрепить на рубеже. Есть! Бегом! Слушай, Джоконда, вот только честно, ты чё в Афган пошел? Сидел бы себе в штабе, рисовал. Тебе же звали. Не поймешь. А ты попроще. Попроще? Вон, видишь, танк? Красиво, правда? Такая мощь и ничего лишнего. Ни одной линии. Оружие – это самое красивое, что человечество создало за всю свою историю. Ну? Был такой художник в эпоху Возрождения, Микеланджело. Его однажды спросили, как он создает свои скульптуры. Он ответил просто: я беру камень и отсекаю все лишнее. Понимаешь, красота – это когда нет ничего лишнего. Никакой шелухи. А на войне только жизнь. И смерть. И ничего лишнего. Война — это красиво. Слышь, Джоконда, я вот не могу понять. Ты мне скажи, ты что, в натуре дурак? Или ты опять стебаешься? Что тебе красиво? Тебе красиво, когда кишки на гусеницу наматывают, а? Что, в войнушку решил со скуки поиграть, да? Я же говорил, не поймешь. Да пошел ты, урод. Пацаны, почта! Стасенко, какой сегодня день? А, среда третья. Воробей, Лютаев, Суворов, Рябоконь. Все. Дай. Девчонки звали меня на дискотеку, но я не хочу без тебя, потому что я тебя люблю. Вечером я сняла бы у классных пацанов. Давай. Ты борзёв, сука, блядь! Да! Войны! После отбоя по ко мне! Молодец! Молодец! Релейс! Смирно! Кругом! Вперед! Марш! Короче, пацаны, слушай, слушай, сидим ровно, не рассыпаемся. Вверху.
верхушку этого камня. Воробей, Стас и Ряба, хватайте за ноги и валите. Мне похер, как хоть зубами грызите, ясно? Пиночет, Чугун, Джоконда со мной. Все. Вперед, я сказал! Все, пацаны, пошли. Вперед! Ровно, ровно, ровно! Приснилось, что ли? Ага, приснилось. Обострение опять началось. Погоди. Сегодня в штабе говорили. Он опять заявление писал. Хотел с нами в Афган улететь. Сегодня отказ пришел. Вот дает девка. Кончает, как пулемет. Ребят, а Дегалу не хватится? Нет, не хватится. Почему? Да потому. Лютый, а я думал, кто там из крупнокалиберного дал, а? Что тебе осталось? Дёрни. Натрахаюсь так, чтобы полтора года он вообще голоса не подавал. Ребят, давайте еще покурим. А, воробей, птица. Знаешь, как мы курили с Ледой? Цыганский один косяк на всех. Давай.
смотри, 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 что делают. Вороби. Ребята, вы все такие. Я вас так всех люблю. Вы сами знаете, какие вы. Я за вас все вас так хочу. Так, птицы больше не наливать. Давай опять тащить придется. Давай, ну. Я пошел. Слышь, Вов, ты мужик? Не, ну ты мне скажи, ты мужик или вроде как? Ты не надо, Олег, про это. Чего? Я же Оля, знаешь, как Да руби ты свою Олю, я не об этом. У всех есть Оля, у меня, у кого хочешь спроси, у всех есть Оля. Но ты вспомни, кем ты был, Пернар. Ты же настоящим мужиком стал, последний зачет остался. Надо птица, понимаешь, надо. Не на курорт же едем, может, последний шанс у тебя вообще. Нельзя на войну целко идти. Это же мужицкое дело. Давай, давай, воробей. Давай, воробей, давай. Давай, давай, давай. Воробей, да может быть, она и не захочет со мной. Да ты что, ты ей больше всех нравишься со всего призыва. Да врешь. Я тебе отвечаю, вот пацаны соврать не дадут. Я тебя сейчас про тебя спрашиваю. Давай, 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 пошел. Она тебя 100 раз в городке видела, а ты на нее ноль внимания. Ей же обидно, правильно? Не, я не могу так при всех. Сейчас. На, выпей пока. Выпей пока, я сейчас приду. Что, особенный, что ли, а? Лучше всех я не понимаю. Кончай базар, потом разберемся. Ладно, воробей, может тебе помочь, а? За ноги пальдерировать. Чему? Потом. Иди. Давай, давай. Воробей, пошел. Давай. ВДВ! Твою! Не вернусь. Готов? Шашки на голову! Давай. Напишите им. Пал смерти храм. ВДВ, вперед! Пусть нам придет. Ага. Стой. Ага. Стас. Что? Ты что, Скис? Да, по дому соскучился. Додерну тебя. Я страшновато немного. А, пацаны. Если честно. Без понтов. Страшно. Да не всех же. Да не, если сразу не страшно. Хуже всего, если покалечат. Я в Ташкенте в госпитале был, там пацаны лежат, палата целая. Каждый на пол койки, все, что осталось. А у нас во дворе парень вернулся. Сам целый. Только осколком мочевой пузырь перебило. Так прямо трубка из живота. А к ноге банка привязана. Самогонщиком прозвали. Ну, чё там твой воробей? Уснул или книжки читает? Погоди. Сейчас гляну. Скоты, вы все поняли? Скоты! Это вы как животные, с кем угодно, где угодно, все равно. Я так не могу, не могу я так. Скоты, скоты все. Я же как лучше хотел.
хотел оставаться. Тебе когда-нибудь говорили, что ты очень красивый? Влюбился, что ли? Так ты женись, а они к нам в гости ходить будут. Ты должна это знать. Ты очень красивая. Ты что, придурок? Художник. Прида из моря выходящего. Киприда! Киприда из моря выходящая! Богиня красоты! Море смывает все грехи! Вечно непорочная блудница! Богиня! Молится все! Все на колени, ура! Марш! Me
Ершовки, Зёма! Только не бзди, только не бзди! Подожди, я улетаю! Ты улетишь, смотри! Вот, держи амулет! Держи, говорю! 4 сверхсрока, 28 боевых, ничего! Носи! Только не снимай! Ты понял меня? Понял! Зёма! Только носи, не снимай! Новые придут наши с Енисея, им отдашь! Только с Енисея! Точно! Как тебя зовут? Олег, для тебя! Стройло. Да. Рябоконь. Я. Манифати. Я. Девченко. Я. Бекбулатов. Я. Четвертую роту за мной. Пока, давай, пацаны. Берегите себя, пацаны. Покедова, парни! Пока. Ну что, залетчики? Наркоманы, алкоголики, сексуальные маньяки. Девятая рота! За мной! О,
Вешайте, сдохи. Равняйсь! Смирно! Бойцы! Поздравляю вас с прибытием в доблестную 9-ю роту! Я не понял войны. Поздравляю вас с прибытием в доблестную 9-ю роту! Ура! 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 Забодал, хохол. Иди на плацу их дрочи. Погребняк, забудьте, кем вы были в учебке. Здесь вы не отличники и не двоечники. Здесь вы вообще никто. Да, вообще никто. Где-то мы уже я лично буду драть вас день и ночь, чтобы сделать из вас нормальных бойцов. Ты понял? Так точно, товарищ прапорщик. А? Так точно, товарищ прапорщик. Вот и хорошо. Рядовой Чугайнов. А чё он обгрызный-то весь? Это пулемет рядового Самылина. Героически погибшим. Он из него 8 духов положил. За это орден получил. То, что он поцарапан немножко, то он на гранате подорвался. Ну ничего, заклеишь. Так дуло клевое, а как из него стрелять-то? Тебе честь оказана. Дубина – это именное оружие. Гордиться должен, а ты кабенишься тут. Товарищ... Боин! Расписался. Налево. Шагом. Марш! А кто у вас командиром-то был? Саша прапорщик Дегала. Сашка? А я думал, списали его вчистую. Он там спал. Всю ночью зубами скрипел. В атаку ходил. Спать никому не давал. Потом его куда-то отвезли. В Ташкент, что ли, в госпиталь, да? Хороший парень был. Веселый. Смеялся. Болезнь какая-то была у него. Слышь, медицина? А. Контузия называется. Я думал, ты какое-то умное слово скажешь. Чурка ты! Я и без тебя это знаю. Тебе. Да ладно. А Белоснежка там есть еще? Белоснежка там. О! Ну что, художник, похоже? Более-менее. Мне этот пацан один знакомый колол. По памяти. Слышь, хохол? Помидор, сучонок. Ему Самылинский покоцанный пулемет выдал. Новый, наверное, давно списал уже и толкнул. А что, он оружием торгует? Кому война, а кому мать родна. Товарищ прапорщик, а правда я слышал, через 3 дня в бой? Не в бой, а боевой выход. Наша задача занять высотку. Над дорогой. И держать оборону. Наши колонны охранять. И все? И все. А ты думал, здесь Сталинград? Колонна пошла!
бы из бронзы одни! Граман! Чего? Граман! Душманы прозвали! Переводы слой великан! Наш комрот и один такой во всем Афганистане! Его три раза на героя представляли! А он как с боевым вернется, штабному морду набьет по пьяни! И вроде под трибунал нельзя, но и опять без звезды остался! Афанасий, а кто это? Это зеленые, афганская армия, союзники, блин. Хуже нет, чтоб с ними работать. Как паленым запахнет, они сразу лыжи мостыли. Ты думаешь, у тебя фланг прикрыт, а они уже за тобой в 3 километрах, за спиной. Мы из-за этих пидоров в кольцо попали. А где душманская территория начинается? А сразу за блокпостом. Вон они. Шарови. Друг и брат. А ночью автомат откопает. Аллах Акбар, секир башка, корочка сыпным. Так что не торопитесь воевать, еще успеете. Вы уж небось поспорили, кто первый духа завалит. Эш, поспорили. А на чё поспорили? На блок Мальбора! С меня еще один! А у вас кто первый был, товарищ прапорщик? Самылин! Первый духа завалил, первый в цинке улетел. Все, что собрать смогли. С собой возить будет? Конечно. А вырасти? С собой возьму. Потом сожрешь? Я чё, кореец, что ли? Куси его, куси. Пойдет? Серега! Пойдет. Миш! Забродило. Это чё, Серег, на солнце растрясло. Массандра. Давай 5 литров сольем, пацанов угости. Ну что, хлопцы, за зустрич? Давай. Слушай, а девки теперь в чем ходят? Да вон полгода с гражданки. Платье в джинсах. Слушай, я знаю, что не в броне, в касках. Говорю, каких платьях? Подробно говори, да. Ну. Этим летом в таких юбках совсем прозрачные. Против солнца насквозь светится. Смотришь, ноги как у штангиста. Все равно идет. Вот такие. Нет, подлинней. И покрой такой широкий. Развивается во все стороны. Как ветер дунет, сразу все за юбки хватаются. А ось Горбачев, я вот це попримачу слухаю, ничего не зрозумею. Це пристройка, все, да? Люди що кажуть? Слушай, ты заткнешься когда-нибудь, нет? Видишь, людьми разговариваю, ну? Вот идет и юбка. Туда-сюда, туда-сюда, да? Ну да. Что, так и идет? Так и идет. Ой, зараза. А вы сколько тут сидите-то, а? 1,5 года сидим. 15 месяцев. Слушай, я без тебя считать умею, хохол поганый.
С тобой говно хорошо хлебать, рта открыть не дашь. Что ты за ладов, хохол, хохол, а ты кто, козел горный? Вчера только с горы злез, первый раз толчок у казарми побачив. Ты меня достанешь, я тебе так достану, иди сюда. Эй, ты тебе сказал, что ты? Ты, тихо, тихо. За дебель выпьем, все, все. Московское время, 22 часа, начинаем концерт по вашим заявкам. Ну что, мужчины, постреляем? Здорово. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Здорово. Ну что, идут? Идут. Сколько? 5 или 6, не пойму. Повыше черепахи 30 метров левее к большому зубу. Прямо под слоном. Вот они. Усаживайтесь поудобнее. Около ваших радиоприемников. Кажется, 5. Ахмед. Ахмед! Это ты, что ли? Вошел! Саламу алейкум, дорогой! Ахмед, ты живой еще? Говноед позорный! Сучара подзаборный! Крестопердежник сраный! Сейчас мало-мало убивать тебя буду! Вошел! Я твой кишки резать, горло души! Я твой мама был! Папа был! Брат, сестра был! А балка не выросла. Огонь. А теперь ваша любимая мелодия группы Сидиси! Заводи! Уходит. Концерт по заявкам окончен. До новых встреч. Пошли, пацаны. Лоша! Володя? Володя! Салам, Володя! А ты Ахмед? Ахмед, да. Моя скоро уходить. Твоя совсем не ждать. Совсем скоро. Жила Ташкент? Пап, мам, Ташкент? Красноярск, Сибирь. О, холодно. Девушка есть в Сибирь? Любишь? Как звать? Оля. Оля. Красивый? Да, очень. У меня тоже есть красивый Фатима. Очень люблю. Невеста? Да, невеста. Соседний кишлак. Невестка, жена, любить. Володя. Моя уходить. Скоро уходить. Володя. Володя. Володя.
ты стрелял? Откуда он взялся, а? Ты смотри, совсем оборзели духи. Шарится тут белого дня. Это Ахмед. О, патефон, это ж твой дружба. Да ладно. Урод вонючий, дай хоть на рожу гляну. Троих наших замочил, сука. Ну что, с почином? Можешь зарубку работать. Твое, воробей! Прощай, дорогой друг. Мы не увидим тебя больше никогда. Но память о тебе навсегда останется в наших сердцах. Пошли, пацаны. Закрепиться! Иди сюда. Гами! Третье отделение ко мне. Расположиться. Первый, я девятка. Первый, я девятка. Занял позицию. Два шага назад. Ты что, урод, по набережной с девушкой ходишь, а? Под ноги не смотришь? Не видишь? Лепесток лежит. Самая подлая мина. Наша. У духов таких нет. Сами сеем, сами подрываемся. Наступишь, ногу оторвет по ботинок. Отошли все. Поставил туда-сюда.
Здравия желаю, товарищ капитан! Смотри. Ряба наша. Пацаны, бойца заберите. Дальний кордон расстреляли, один остался. Ряба. Ну что ты, ребят? Ну что ты, Стас? Хотел. Страшный сон причинился, честно, да? Хотел. Вставай, сука! Знаешь, как это происходит? А? Заходит сюда, вот прямо сюда. И режут. Режут 30 пацанов. Одного за другим режут. Вот так режутся! От уха до уха, как свиней! Из одного долбоеба, как ты, который заснул на посту! Стас! Здесь вам не учебка, здесь война! Здесь двойки не ставят, здесь убивают! Забрать говно это! Воробьев! Я... Сменишь его! Есть! Афанасий, Курбаши, со мной! Класс. Слышь, меня нарисуешь потом? Давай. Джаконда! Ау! Вернусь, закончу. Товарищ прапорщик, рядовой Петровский приказ выполнил. Вот смотри, вот эта бита, а это тебе на кокарду. Деньги гони, чурка. Опоздал на 2 минуты. Принес? Да. Я не понял. Ты что, издеваешься, а? Ни у кого нет, товарищ прапорщик. Все, что осталось. А ты знаешь, когда колонна пойдет? Через день, два, через неделю. Сколько нам здесь торчать еще? Чтоб через час 2 коробка были здесь. Понял? Где же я их тут достану? Да мне насрать!
Найди, укради, ради. Приказ понял, боец? Так точно. Вперед. Давай. Да. Давай, Дурила. Спички есть? Бача! Бача! Стоять! Стой, говорю, зараза! Стоять! Эй, Бача! Бача! Стоять! Мара, беги. Спички, понимаешь? Манами фом. Спички. Спички. Чи? Я тебе. Это. Ам-нам-нам-нам. Вкусно, вкусно. Это я тебе. Вкусно. Ты мне. Не. Спички. Чик. Чик. Бе, 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 бе. Манами фомидом тучимихас. Я кабарим. Манами фамидом. Ич нами фамидом. Чимигуфти. Я кабарим. خوب شد فهمیدم کی اینا را بفهمانم بیا بیا بری Ходи, ходи!
сюда. Кто разрешил покинуть позицию? На подвиге потянуло Пикассо, блядь. Три наряда вне очереди. Есть три наряда, товарищ капитан. Ай, Вазовский, твою мать. Чё так долго-то? Мы уже на штурм пошли. Кишлак по камням разбирать. Достал? Гляди-ка. Аж размокли все. Молодец. Родина не забудет. Ложись!
Стоять! Стоять! О, воробей. Где автомат потерял? Головорез. Уходим. В кишлаке они. Твоя середина, я обойду справа. Понял. Вперед. Курбаши. Правый двор. Стас Лютый. Прямо двор. Это... Курбаши! Курбаши! Сюда! Стас ранен! Бегом! Давай уходим! Уходим! Thank you.
Подожди. Ящик тушенки и пристрелят за полгода до дембеля. Эти до дембеля, как до Китая раком, а дембеле он думает. Нам с Курбаши чемодан паковать. Все-таки зря мы, ребят. Нехорошо как-то. Они, может быть, в дальний гарнизон везли. Да что-то с патефоном. Давай, мужчина жизни. А вы знаете, кто у нас воробей? Ну скажи, птица. А что мне стесняться-то? В педагогическом, на филфаке. Воробей учитель-то у нас. Что смешно? Попался-то мне в школе. Нам в класс учителя заходить боялись. А сколько у вас пацанов на курсе было? Трое. А баб? 52. Небось, всех баб гулял? Или на потом оставил? Да вы что, пацаны? У него же Оля есть. Вот гадом буду, специально приеду, посмотрю, что за Оля такая. Чудо природы. Погодите, это что ж получается? Это значит, воробей у нас будет как дятел с указкой у доски стоять. С Джокондой все понятно. Курбаши будет людей кромсать. Не, я больше не буду. С меня хватит. Я лучше ветеринаром. Кони, овцы. Ну а ты, хохол, из Афгана придешь, что делать будешь? Пить буду. Ну это понятно, неделю попьешь, потом. Опять пить буду. А дальше? И дальше пить буду. Пока не забуду все это. Потом встану, рожу умою и по-новому жить начну. Если получится. Шустрей, шустрей, птица, из-за тебя Красноярский уже проворонили. Только это ж, слава богу, вон Владивосток, уже с вечера дрова. Слышь, Чугун. Ау. А я что-то не понял, ты компот зажилил, что ли? Че сразу зажилил-то? Ну, а где он? Забыл просто. Забыл, что под одеялом хотел сожрать. Братцы! Братцы! Пиночет! 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 Пиночет, брат! А, братан! Привет! Да сюда кидай! Ты как попал сюда? Меня к вам сослали. За что? Значит, мы одному зубы обломал. Говорит, чавкаешь, как свинья. А мусульман свинья, понимаешь, грязное животное. У нас за такие слова убивают. Дай попить. Спиртяга! Давай. Знакомься. Афанасий. Страшный человек. Курбаши, медицина. А вот это хохол. Кому хохол? А кому товарищ прапорщик? Ну-ну-ну, Серег, ну... Это наш пацан, Дыгаловский. Здорово. Ну что, пацаны, садимся? Наливай. Мужики, Горбач уже говорит. Погромче сделай. Помянем старый год. Как всегда. За старый год. Давай. Давай. Все плохое осталось.
пережито, что сделано и еще не сделано нами. Задумаемся над тем, что нас ждет впереди. Наливай вторую сразу. Стал для нас, советских людей, уходящий год. Какие главные события останутся в памяти? За дембель. Ура! 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 Дембельский год, пацаны. Дальнейшее развитие процесса. Наливай. Открытие утверждения нового во всех областях. В экономике, политике, социальной и духовной. Обстановка гласности и открытости. Братцы, помогла развертыванию. Третий тост. По самым различным вопросам нашей жизни. И это помогло глубокой проработке и принятию. За наших погибших товарищей. Уходящий год за Самылу, был отмечен масштабный... за Никиту Балашова, за Потапа, за Рябу, за Лысого, за Костяна. Короче, за всех, кто не дожил. За Стас. За Стаса. ВДВ. Не спи, козленочком станешь. Отходим! Отходим!
Я! Капитан, он землянку разотюшит, а не растит! Нет никого. Ты ракеты побереги. Может, пригодятся еще. Должны же они подойти когда-нибудь. Если мы целый день на связь не выходим. Они все из автоматов поливают. Минуты у них, видно, кончились. Но и гранатометов дофига же. Колонну ждут. На нас не тратят. Пока. Эй! Журавьев! Уходи, живой будешь! Потерпи еще чуть-чуть. Недолго осталось. Скоро наши придут. Холм.
Эштышка прилетит, тебя заберет. Ташкент. Там хорошо, тепло. И сестричка в халатике. Сколько сидим уже? 3 часа. Скоро начнут. Курбаши сюда! Как ладно! Офицеров остался! Кто из старших? Никого! Слушай мою команду!
Рассчитались с того края! По порядку! Первый! Второй! Третий! Четвертый! Пятый! Шестой! Седьмой! Обошли всех, собрали патроны. Что осталось? У меня две подствольных. У меня порошка. Две гранаты. Гранаты. На один раз отбиться не хватит. Засуетились. Сейчас пойдут. Пиздец нам. Рота к бою. Слушай мою команду. ВДВ. Вперед! Выполнила. Колонна может идти. Колонны не будет, мы уходим. Товарищ полковник, высота наша. Колонна может идти. Ты меня слышишь, сынок? Почему связь не работала? Почему связи не было? Слышишь? Уходили из Афгана. Мы, 9-я рота, выиграли свою войну. Тогда мы еще многого не знали. Не знали, что через 2 года исчезнет страна, за которую мы воевали, и станет немодно носить ордена несуществующей державы. Не знали, что прапорщик Дегала останется на сверхсрочную, и его вместе с учебкой перебросят в Россию куда-то под Тулу. Через год он умрет от инсульта прямо на бегу в ночном марш-броске. Не знали, что Белоснежка с матерью и другими русскими семьями останется в брошенном военном городке на границе с Афганом и исчезнет. А нас самих жестоко разбросает новая жизнь.
кого в князья, а кого об самое дно. Ничего этого мы не знали тогда. Мы даже не знали, что в суматохе вывода огромной армии нас просто забыли на этой дальней высотке. Мы уходили из Афгана. 9-я рота.